Всем добрый вечер! Уже скоро Пасха, и стали поступать заказы на подделки пасхальные. И хочу сегодня вам показать мастер-класс, как делать вот такие вот куличи. Для изготовления пасхального кулича нам понадобятся вот такие вот втулки, кружочки, чтобы закрыть эти втулки с помощью клея. У меня обычный канцелярский клей ПВА. С двух сторон я закрываю. Ждем, когда подсохнет. И начнем клеивать ватой. Вот обычная вата. Тоже на клей ПВА, но только у меня уже строительный клей. Я покупаю его в больших количествах, потому что делаю много подделок. Но можно канцелярский взять. Канцелярский он густой. Его нужно будет разбавить водой. Не бойтесь разбавлять, ничего страшного не произойдет. Обмазываем так вот кулич будущий. И обклеиваем. Теперь сверху тоже клеем. Вот какой кулич получился. Можно еще рукой вот так вот посильнее надавить, чтобы все это хорошенько выровнялось. И оставляем сушиться. Сохнет вата, конечно, долго, несколько часов. Крашу я гуашью, красно-коричневый такая гуашь. Кирпичный, как он называет этот цвет. Вот такие вот кулички получились. Коричневая краска высохла. И сверху я нанесла белую краску, белую гуашь. Ну, глазурь такая вот у меня белоснежная получилась. И насыпала кондитерскую присыпку, которую купила в супермаркете. Ну и все, куличи готовы. Теперь уже можно к этим куличам придумать что-то еще интересное. А у меня будет вот такая корзинка и яйца крашеные.